А теперь, после ознакомления с представленными нам материалами, перейдем к программированию. И первым делом нам необходимо установить один из битрикс управления сайтом. Первым делом с сайта 1SBitrix скачиваем Bittrex Setup. Данный файл достаточно просто поместить в корни вашего сайта и запустить его. Все исходники системы будут скачаны автоматически. Загружаем на сервер. Начинаем установку. Выбираем редакцию. Для нашего сайта редакция старт. Соглашаемся с лицензионным соглашением. Зарегистрируем нашу демо-лицензию, указав необходимые данные. А также установку сайта мы произведем в кодировке UTF-8. Система проверяет, соответствует ли сервер системным требованиям. Мы видим, что у нас отключен только показ ошибок. Но это не критично, мы его сможем включить потом, если потребуется. Указываем данное подключение к базе данных. Происходит установка. И нам осталось ввести пароль администратора. При желании мы можем изменить другие данные администратора, которые здесь указаны. Как начинающему разработчику вам будет полезно начать с одного из тиражных решений и посмотреть, как там реализовано все. Но если вы знаете, что вам нужно реализовать, то быстрее установить чистую систему и разрабатывать на ней. Перейдем в Marketplace. Решение от Bittrex – чистая установка. Это решение позволит нам установить систему без каких-либо лишних демо-данных и при этом произвести настройку ряда важных параметров. Запустился мастер тиражного решения. Указываем данные для шаблона сайта. Указываем еще ряд параметров. Выбираем, какие модули системы нам необходимы. В нашем случае нам нужно все, кроме перевод и социальные сервисы. Происходит установка. Все. Установка завершена. Переходим на сайт.